Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Bonzo Dog Band. One, two, three, kick. Come on, everybody, clap your hands. За исключением, может быть, Mothers of Invention, с которыми можно сравнить данную группу, Bonzo Dog Band лучше всех удалось синтезировать жанры рок-музыки и комедии. Данный проект, соединивший на пародийный манер многие формы от мюзик-холла до театра абсурда, был создан 25 сентября 1962 года студентами художественного колледжа славного города Лондона. У самых истоков группы стояли Родни Слейтер и Вивиан Стеншел, но постепенно к ним стал подтягиваться и другой народ. Название команды было позаимствовано у персонажа старенького комикса Bonzo the Dog, а поскольку в то время молодежь увлекалась дадаизмом, то первоначальный вариант звучал как Bonzo Dog Dada Band. Впоследствии вывеска эволюционировала в Bonzo Dog Duda Band и в конечном итоге сократилась до Bonzo Dog Band. Двумя главными сонграйтерами в коллективе стали гитарист и пианист Нил Иннис и вокалист и спец по духовым Вивиан Стеншел, а иногда музыканты играли и чужие вещи. Команда начинала с традиционного джаза и водевильных номеров, но потихоньку стала склоняться к поп-року. Смена направления была отражена уже на дебютном альбоме, хотя на одном из треков «Just Delicious Hot Disgusting Cold» Бонзо ловко спародировали свои ранние увлечения. Впрочем, пародиям на Горилла подверглись и другие стили и исполнители – Beatles, Lounge, Calypso, Elvis Presley, Noir, Bubblegum и так далее. Кстати, состав, записывавший этот посвященный Кинг-Конгу альбом, выглядел следующим образом. Ларри Лекс Смит – ударные, Сэм Спунс – контрабас, перкуссия, Вернон Данли – боухай, Ноэл – бас, банджо, саксофон, Нил Иннис – пианино, клавесин, гитара, Родни Слейтер – саксофон, кларнет, тромбон, Роджер Раскинс – пиэр, саксофон и Вивиан Стеншел – вокал, туба, труба, укулеле. В конце 1967-го Bonzo Dog Band засветились в битловском фильме Magical Mystery Tour, а немного погодя стали частенько мелькать на радио и телевидении. В 1968-м группа выдала свой самый значительный хит «I'm the Urban Spaceman». Песню эту, угодившую в лучшую британскую пятерку, продюсировали Пол Маккартни и Гас Даджин, скрывшиеся под псевдонимом Аполло Сивермурт. Большой шаг Бонзо сделали на втором альбоме, внеся в свое поп-кабаре элементы блюза и психоделии. Словечко «Дуда» уже успело тихонько исчезнуть из названия, и «The Donut in Granny's Greenhouse» вышел под маркой Bonzo Dog Band. 1969 год выдался для коллектива насыщенным. Музыканты выпустили две полнометражных пластинки, засветились на фестивале I Love White, провели турне по штатам с The Who и появились в Fillmore East вместе с Kings. Альбомы Tadpoles и Keynesham заметно отличались друг от друга. Если на первом ансамбль отступил к раннему водевильно-джазовому стилю, то во втором случае Bonzo Dog Band больше занимались пародиями на таких исполнителей, как Beatles, Buffalo, Springfield и тому подобных. Несмотря на довольно бурную деятельность, конец группы был не за горами. И в 1970 году команда, страдающая от нехватки коммерческого успеха, распалась. Однако за музыкантами оставался должок, и после долгих переговоров фирма-издатель убедила их исполнить контрактные обязательства. И хотя можно сказать, что Let Make Up and Be Friendly создавался из-под палки и записывался усеченным составом в короткие сроки, на диски попадались интересные вещи типа вдохновленной скримин Джеем Хокинсом The Strain или вестерн-пародией Bad Blood. В дальнейшем Иннис занялся сочинением песен и комедийных постановок, сотрудничал с Монти Пайтон и придумал пародию на Beatles – The Rattles. Спир устраивал перформансы и организовал шоу Giant Kinetic Wardrobe. Ларри Смит был как-то замечен в компании Элтона Джона и Эрика Клэптона, а также немного сотрудничал с Джорджем Харрисоном. Стеншел пробовал выпускать сольные пластинки и появился на легендарном Tubular Bells Майка Олдфилда. Впоследствии на почве депрессии он стал хроническим алкоголиком, а в 1995 году погиб при пожаре. Еще при жизни Вивиана состоялся кратковременный реюнион Bonzo Dog Band. В 1988 группа записала сингл «No matter who you vote for, the government always gets in, hey ho».
Тем дело и ограничилось, однако спустя много лет проект возродился вновь, уже под именем Bonzo Dog Dudah Band. Сначала это были юбилейные торжества по поводу 40-летия деятельности команды, но затем вышли двойной концертник Wrestle Poodles and Win и даже студийник Pull a Mojo Chien. Впрочем, отклики на новую работу оказались сдержанными. В обзорах критики использовали такие эпитеты, как предсказуемый, наполовину забавный и не слишком очаровательный. Вскоре после релиза Pull a Mojo Chien Innis опять ушел в автономку и в 2019-м умер, а оставшиеся без лидера музыканты не смогли найти общий язык, и ансамбль распался на две части – Bonzo Mania и Three Bonzos and the Piano.